Казалось бы, в семье появился ребенок, а мама должна с ним сидеть дома день и ночь, а нет? Нашим мамам, всем мамам мамы. Да, большинство знает, что такое слинги. И в последнее время все чаще можно увидеть молодых мам с отрезком ткани наперевес, которым мирно посапывает их чад. Но это в теплое время года. А зимой они собираются в танцевальных классах вместе со своими детьми. Ирина Сазонова увидела все своими глазами. Эти дамы носят своих партнеров по танцам на руках, а точнее в специальных бэби-слингах. Они освободили руки, чтобы на себе испытать новое направление – слинга-танцы. Уже с третьего месяца жизни можно приучать малыша к ритмам. Главное, чтобы он уверенно держал голову. Несложные движения выполняют мамы, а пользу получают оба. Это, во-первых, аэробные нагрузки, мы очень много двигаемся, это полезно для мышц, вообще для всех. Кроме того, мы делаем специальные упражнения именно на бедра, живот, то есть ноги. То, что больше всего у мам страдает во время вынашивания малышей, для малыша это полезно, потому что развитие вестибулярного аппарата, во-вторых, как говорят врачи, это костно-мышечный скелет правильно развивается за счет того, что находится в слинге, да и вообще приучается к музыке. Занятия традиционно начинаются с небольшой разминки, чтобы подготовить мышцы к работе, а малыша к непривычным для него движениям. Основная часть занимает примерно 30 минут. Ребенок успевает потанцевать в паре с мамой и даже хорошенько расслабиться. Малыши у нас в основном засыпают, на самом деле, во время танцев, несмотря на то, что у нас и музыка громко играет, и быстрая музыка, и танцуем. Сейчас мы разучиваем ча-ча-ча с мамами. Несмотря на это, чаще всего малыши засыпают где-то, какое-то время, 10-15, они еще любуются, что вокруг происходит, что очень ярко все. А после этого засыпают и спокойно спят до конца занятия. А к концу тренировки пару танцоров ждут элементы йоги и легкая растяжка. Особенно в расслаблении нуждаются мышцы спины, ведь они подвергаются самой сильной нагрузке. Два занятия слинготанцами в неделю обещают сделать маму красивой, а ребенка довольным. Ирина Сазонова, Артем Суханов, СИБ-Информбюро.